Следующий господин министр. Резервный главный субминистр. Спасибо большое. Сложные дни у нас вот здесь у всех. Литомика, Фасилий, Сикарантус. Это точно. Много приходится общаться, но это всегда полезно. Вы парли бы куку, меня кибы пу, но это уже рутина. Рассчитываю воспользоваться этой возможностью, чтобы обменяться мнениями о том, как наши отношения развиваются и по двусторонним линии, и в международных организациях. J'espère que nous allons aujourd'hui profiter de cette occasion pour échanger de nos points de vue sur nos agendas bilatérales et sur les affaires internationales aussi, et sur le développement de nos relations plus particulièrement. Bien sûr, c'est un plaisir de rencontrer Monsieur le ministre ici, mais ça ne doit pas changer nos plans de se voir soit à Moscou, soit à Rabat. Да, конечно, и для меня тоже большая радость встретиться с вами, господин министр. Но надеюсь, что это не помешает нам также провести нашу встречу в Москве или в Рабате. Всегда буду рад вас видеть. Oui, ça me ferait toujours plaisir de vous voir. La dernière visite, je pense, date de plus de 6 ans. Мне кажется, последний раз мы виделись в рамках визита где-то 6 лет назад, если не больше. Donc, il est temps peut-être pour Monsieur Lavrov de revenir au Maroc et de visiter ses amis au Maroc. Может быть, вам, господин Лавров, пора вернуться в Марокко и нанести визит вашим друзьям. Всегда буду рад этому. Ça me ferait vraiment toujours plaisir. Спасибо.